Муниципалитеты Югры получат 610 миллионов рублей на ремонт дорог. Окружные власти выделят средства для восстановления асфальта на магистралях местного значения. Об этом на заседании правительства региона сообщила губернатор Наталья Комарова. Сейчас, по словам главы ХМАУ, разрабатывается пакет документов, необходимых для распределения финансов. Правительство Югры, отметила губернатор, примет соответствующее решение о направлении дотации муниципалитетам в ближайшее время. Дотации муниципалитетам на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения. Период использования до 20 ноября 2022 года.